Не, не можем. Нет. Мы... Можете, да, не это как видео. Что? Камеры. Да. Просьба, или не фотографируй. Что? На видео не снимать. Что не снимать? Да, нет. Почему? Это частная собственность. И что дальше? Дальше? Да. Ну, дальше не снимайте, пожалуйста. Почему? А вы кто? Я тут охранником работаю. А, ну, работаете. Да. Мы на улице. Не снимайте, вот остальное можно. Вы шутите? А? Вы шутите? Вы серьезно сейчас? Да. Мы находимся на улице. Ну, да, мы не в вашем здании. Что? Я частная понимаю. Улица? Ваша? Нет, это арендованная. Вы арендовали этот тротуар? Не я. Мы как архитекторы снимаем? Подожди, да нет. Да, да. Как хотим, так снимаем. Камеру выключить? Не можем. Нет. Мы... Можете, да, не это как видеорегистратор, на всякий случай. Не, мало ли. Вы... Нет, вы меня можете не трогать? А вы можете к камеру? А вы меня не поворачивать? А вы меня можете не подходить и не трогать меня? Камеру... Здравствуйте. Здрасте. Не поворачивать, да. Здрасте. Можете? Ну, а вы зачем подошли? Нет, на вопрос отвечай, пожалуйста, а потом... Я не буду отвечать на ваш вопрос. А почему? А я буду трогать. Не надо, меня трогать не надо. А камеру на меня не надо трогать никого. Вы тоже охранник? Здрасте. Здрасте, да. Да. А вы можете по-русски говорить, чтобы мы понимали, о чем речь? I grammar. Я могу продолжать на русском, у меня вообще нету. Давайте, хорошо, давайте по-русски. Давайте по-русски сначала начнем. Здравствуйте, к нам приехали архитекторы. Да подожди, слушай, что мы вообще... Какая разница? Не снимать тут это здание, остальное... Да почему? Да. Ты отдохнешь, да? Да мы пришли снимать, причем кто вы такой вообще? Почему? Кто вы такой? Подходите на улице. Я уже... Да. Нельзя снимать. Кто сказал? Я где это написано? Это вы, частное... не вы подошли. Я охранником тут работаю. Это частное. Ну замечательно. Я же сказал, вы можете. Ну, дальше? Мы ж в вашу собственность не заходим. Вы охраняете ее, охраняете. Не, брат, слушай. Это запрещено каким-то законом или что? Нет, чтобы это... не законом. А чем? Ну. Мы в общественном месте. Слушайте. Это надо обсудить с ними. Это не надо ни с кем обсуждать. Еще раз. Мы находимся на улице. Мы не заходим в ваше здание. Да не будем выключать. Слушай, мы стоим, вы к нам подошли. Ну, отойдите и все. Да я ж вас не трогаю. Слушайте, да мы вас не снимали. Вы сами к нам подошли. Пойдем в стальную? Да. Пошли. Почему-то в разных местах мира периодически люди думают, что они могут запретить кому-то снимать, просто потому что им не нравится. Есть какая-то проблема. Они уже поняли, что они вот это здание превратили вот в мол. Подожди, нет, ты с ними слишком вежливо, ты пытаешься объяснить. Ты почему-то с ними пытаешься общаться, как будто у вас какой-то может быть диалог. А, тебя воспитывали, смотри. Смотри, это просто... Мы, да, невоспитанные русские блогеры. Подожди, какой конфликт? Это просто непонятный хрен, который работает охранником, который зачем-то выбежал со своей будки и начал рассказывать, что я не могу снимать это здание. С улицы. Да, он кто еще такой? Надо послать и все, и не вести с ним, не тратить на него время. А ты зачем-то объясняешь ему что-то. Потому что это маленький город, все друг друга знают, и тут надо жить дружно. Мы не можем жить. Подожди, он на тебя налетел. Потом оставаться вот... Подожди, он на тебя налетел вообще на ровном месте на нас. Надо ласковать. Хорошо. Ладно. Хорошо, все. Ласковый Ереван. То есть, в общем, друзья, в Ереване даже охранника нельзя послать. Нафиг, ему нужно обосновать, почему он должен туда пойти. Ласково.